Ну, я думаю, что всем понятно, что за два года в «Зените» Матеуш стал ключевым игроком, и очень многое на нем строится в этой команде. И его роль, я думаю, что огромна, в том числе в тех результатах, которые показали мы в этом сезоне. Поэтому клубу крайне важно было сохранить такого игрока, чтобы нам двигаться дальше и выступать еще лучше. Поэтому мы очень рады, что нам удалось достигнуть договоренности, хотя обе стороны этого очень хотели. И я думаю, что детали подписания нового контракта, они были буквально формальностью. Поэтому я думаю, что мы все счастливы, что дальше вместе двигаемся. I'm very happy, you know. Excited and happy. I think last two seasons was really interesting for me personally and for my family. And we are happy that we can continue here. The club is very professional. They always take care of, especially of us, on me and my family. We are happy here. And I'm really happy that another 3 years we will be here in this beautiful city of St. Petersburg. I'm really grateful for the whole organization, for the Mr. GM, for Mr. Sport Director, for the coach, for the trust in me, and for the board and the fans, you know, that I'm really happy and excited that next years I'll be here.